Приветствую всех в 2024 году. Меня зовут Андрей, это компания Атра. Сегодня у нас на испытаниях новинка. Вот такой вот надувной батут. В стиле джунглей, в стиле сафари. Смотрите, какая у него яркая входная группа. Вот такие яркие проработанные персонажи. Здесь и тукан, и попугай. Яркие с печатью, надувные. Привлекают внимание детей к этому батуту. Ну, не только детей, но и взрослых. Сам батут небольшой, примерно 5 на 4 метра. Это без учета, конечно же, пандуса и выступающих частей. То есть мы их не учитываем в размерах. У нас честный размер всегда указан на сайте и в коммерческих предложениях. Так вот, этот надувной батут, хоть и маленький, но имеет очень много интересных вещей внутри. А именно, это горка, скалодром. Ну, сейчас мы зайдем, посмотрим. Давайте сначала снаружи. Снаружи у нас вот такой внешний вид. Очень яркие персонажи. Вот также наверху, видите, есть лягушка. Вот такая футуристичная. Вот, сам батут с печатью. Выполнен в зеленых, светлых тонах. Работает от одного вентилятора. На всех наших батутах обязательно есть узлы креплений по низу и по верху. Обязательно есть вот такие вот клапаны для сдува с качественной молнией. На батуте есть табличка с правилами и информационная табличка. Расположена она вот с этой стороны. Здесь указан изготовитель. Название, модель, вот, ну и дата выпуска. Давайте зайдем внутрь. На входе у нас вот такой вот пандус. Все мы их делаем по ГОСТу, то есть он шире входа, по высоте в половину высоты платформы и выдерживает вес посетителей. Вот, заходим внутрь и попадаем на игровую площадку. Здесь у нас много столбиков, с которыми можно поиграть. Площадка вот с такими кругляшками, то есть можно поиграть в пятачки. Вот такой вот носорог, на котором можно посидеть. Там у нас в углу скалодром есть, и вот здесь еще есть баскетбольное кольцо. То есть сюда можно кинуть шариков или мячик, и дети будут кидать как баскетбол. Вот у нас тут как раз есть тестировщик. Расскажи, тебе нравится этот батут? Что? Нравится этот батут? Да. Почему? Нет вопросов к этому батуту, потому что он действительно классный для своего размера. Вот. Ну и, конечно, есть на этом батуте горка. Вот тут расположен вход, ступеньки. Обязательно мы делаем сменные части, то есть, смотрите, и линия ступенек подъема на горку сменная, и сама горка сменная. Также вот этот скалодром, он тоже сменный. И на носороге есть сменное сиденье. Для чего это нужно? Для того, чтобы даже если эта поверхность износится, вы могли ее заменить, а ваш батут оставался в первозданном виде. Итак, здесь мы поднимаемся с помощью перил, либо с помощью ручек наверх и попадаем на стартовую площадку. Тут достаточно высокая горка для этого размера батута. Вот, вы можете перейти на наш сайт, посмотреть все характеристики, там указана и высота горки, и степень биомеханического риска, к которой относится этот батут. Вот, мы сейчас проводим его испытания и выпускаем декларацию соответствия для того, чтобы вы могли без проблем поставить этот аттракцион на учет в Гостехнадзоре. Мы выдаем полностью всю документацию на батут, и формуляр, и руководство по эксплуатации, и руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Вот, поэтому батуты наши признаются безопасными и качественными не только нашими специалистами нашей компании, да, но и аккредитованными лабораториями. Вот, потому что мы выпускаем декларацию соответствия на основании протокола испытаний, который выдан именно аккредитованной лаборатории по техническому регламенту о безопасности аттракционов. Это очень важно, потому что многие выпускают декларации соответствия на основании неизвестно каких там протоколов или вообще без протокола. То есть, по факту, не проводят реальных испытаний. У нас же это все делается официально и
Поэтому все батуты легитимные, и у вас не будет проблем с постановкой на учет. Вот такая вот горка интересная, классная. Смотрите, вот она, достаточно высокая, резкая, при этом плавный переход. И дети плавно докатываются до стены, не ударяясь в нее. Вот такой вот яркий надувной батут. Спереди, что самое тоже важное, да, сделанные на бортах окна, чтобы родители и оператор мог видеть поведение детей на батуте, контролировать, либо родители могли помахать, передать привет своему ребенку. Вот такой яркий, классный батут производит наша компания. Такая модель, мы изготавливаем ее в нескольких различных вариантах. То есть это в стиль сафари, есть также стиль пиратский. И недавно мы разработали новую модель. Скоро вам ее представим. Обязательно переходите на наш сайт, подписывайтесь на наш YouTube канал, Telegram и следите за новостями. Это была компания Атра. Всем пока!